Вы наслаждаетесь красотой вашей новой автомашины. Дизайнеры долго работали над ее изящными линиями, над целесообразностью и эстетикой ее внешнего вида. Вам не терпится сесть в нее и поехать, чтобы продемонстрировать ее красоту другим. Вам она очень нравится. Это естественно. Она, конечно же, понравится и окружающим. Но не думайте только о ней и о себе. Любое нарушение правил дорожного движения может оказаться для вас и для окружающих непоправимой бедой. Хорошее настроение. После встречи с друзьями вам кажется, что вы все еще беззаботно развлекаетесь в их кругу. Не заблуждайтесь, вы за рулем. Езда на дорогах далеко не безобидное развлечение. Лихач угрожает безопасности пешеходов и транспорта. Лихач наносит ущерб народному хозяйству. Сегодня лихач, завтра преступник. Где бы вы ни находились, вы обязаны четко соблюдать правила дорожного движения. Не подвергайте свою жизнь и жизнь других опасности. То, что вы сейчас увидите, это трагедия не машины, а человека. Трагедия людей, невинно пострадавших от человека, забывшего об ответственности. Водители, не теряйте самоконтроль и бдительность на дорогах. Thank you.